Добрый день, дорогие друзья! Кто следит за моими выпусками? У меня каждый выпуск – это продолжение как бы следующего. И продукты я стараюсь не выбрасывать. Вот я делала сыр, у меня осталась сыворотка. На сыворотке я напекла блинчиков. Блинчиков у меня было очень много. Вот эти вот блинчики у меня еще вот столько много еще осталось. Я буду сегодня делать с начинкой. Начинку буду делать из того, что у меня есть. У меня вот остался вот такой сыр. Это, ну, сыр такой с плесенью. Я его нарезала. Это Golden Monarch. Мне он не понравился. Мне нравится другой, лучше Дурблю. А этот какой-то вот желтенький, мне он вообще не понравился. Я его потру в начинку. Сейчас соберу вот все остатки. Вот здесь. Это у меня вот масленка, но я здесь храню и сыр. Сыр без обертки. Вот, он хранится и не засыхает. Вот этот кусочек сыра я потру. Значит, этот сыр. И вот здесь у меня кусочек ветчинки. Она тоже лежит ни туда, ни сюда. Вот я порежу сейчас вот эту ветчинку, два сыра потру. И будет у меня такая начинка, и я начиню блинчики. Потерла два сыра. Кусочек ветчинки этот я подморозила немножечко и тоже натерла на терке. Вот у меня получилась такая начинка. Так, ну это, наверное, у меня блинчиков много, начинки, наверное, мало. Придется, наверное, еще мне один плавленый сырок сюда потереть. Все, потерла сырок, перемешиваю, начинка готова. Так, ложечку начинки беру и сюда. Она потом, когда разогреется, здесь сыр расплавится. Так, видно, как я заворачиваю. Сюда и сюда. И вот такие блинчики будут. Можно разогревать на сковороде на сливочном масле. Можно просто в микроволновочку положить, если быстро надо. Можно в форму такую уложить и сверху сырком посыпать и в духовку. Это вообще будет объедение. Я начинку вот положила и чуть-чуть ее приплюснула. Вот так приплюснула. И вот так. Вот получается такая красота. О, они большие, сытные. Я на большой сковороде жарила. Так, у меня получилось очень точно. Начинка ушла, и все блинчики у меня начинились. Так, вот штучек 10, наверное, получилось у меня блинчиков. Такие большие. Все, теперь осталось только их разогреть, и можно уже кушать. Сейчас я их сложу в какую-то емкость с крышкой и в холодильник. Сложила я блинчики вот такой в контейнер. Это контейнер Tupperware. Это он для яиц предназначен. Но здесь такие решеточки для яиц. Я их вынула. И получается такой контейнер, как для бутербродов. Ну, я сюда сложила блинчиков. У меня как раз вот сюда 8 блинчиков уместилось. Я сейчас закрою. Вот так. Защелкну. И в холодильник. Очень удобно хранить. И мало места занимает. И можно и так положить. Вот это очень удобно.